Сегодня в России вступил в силу новый закон об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг. Теперь регулировать споры между потребителями и организациями в досудебном порядке будет финансовый уполномоченный. Назначать его будет Центробанк. В скором времени к его помощи могут прибегнуть и жители Алтайского края. Новшество касается прежде всего имущественных споров. Центробанк формирует специальный реестр финансовых организаций, которые будут обязаны взаимодействовать с уполномоченным. Цель закона, как пояснили алтайским журналистам на брифинге специалисты Центробанка, не заменить судебную систему, а снизить количество споров между участниками финансового рынка. Ведь только по ОСАГО количество судебных исков в России зашкаливает около 400 тысяч ежегодно. Но с новым законом, считают эксперты, эта цифра может снизиться в разы. Часть споров будет решаться в досудебном порядке при помощи финансового уполномоченного. Новый закон будет поэтапно реализовываться в различных сферах. Так, для страховых организаций по ОСАГО, части ОСАГО, с 1 июня 2019 года, Для страховых организаций в части остальных видов страхования, кроме обязательного медицинского страхования, с 28 ноября 2019 года. Для микрофинансовых организаций с 1 января 2020 года. Кстати, обращение потребителя к финансовому уполномоченному будет бесплатным. Подать обращение можно как лично, так и в электронном виде на сайте уполномоченного, через портал госуслуг и через МФЦ.